в здании Омского аэропорта представители спортивной общественности, известные кикбоксеры, а также руководство и воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 28. Всех вместе их собрало беспрецедентное событие. 5 воспитанников омского кикбоксинга везут сразу 6 наград с Кубка мира, который проходил в итальянском городе Римини. По оценке Всероссийской Федерации результат только омских спортсменов можно приравнивать к результату всей страны в целом. Потому что практически во всех категориях у нас есть медаль, причем высшей пробы. У нас уже был успех. Это в 2015 году, когда Филипп Залугин с Кайратом стали чемпионами мира. То есть впервые в жизни привезли мы 2 чемпионов мира с одного. Ну а тут то, что случилось вот буквально вчера, когда мы узнали, когда мы из 4 человек 5 золотых медалей везем, плюс 1 серебряную, 1 бронзовую, ну это фурор. Они удачно подхватили традиции, подхватили знамя победы и несут его дальше и дальше. Это был настоящий триумф омских спортсменов на мировом ринге. Каждый из них сумел осуществить или приблизиться к своим заветным мечтам. Мастер спорта международного класса, чемпион мира, Европы и России Кайрат Нурмагомбетов стал обладателем Кубка мира в разделе «Фулл контакт», одержав уверенную победу в поединке с лидером прошлого года Гэбриэлом Пемпелом из Германии и выполнил норматив заслуженного мастера спорта России. Кроме того, Кайрат может похвастаться еще одним высоким достижением. Среди огромного числа спортсменов со всего мира именно он был признан лучшим бойцом ринговых дисциплин. Кубок мира – это была единственная медаль, которая не была в моей коллекции. Выиграв этот турнир, я собрал все медали любительского кикбоксинга, именно золотого отлива, именно золотого калибра. Хочется сказать, в свою очередь, что к этой медали не я шел, а мы шли. Наша команда шла всю свою сознательную жизнь. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и плох тот боксер, который не мечтает стать заслуженным мастером спорта. Выполнив этот норматив, для нас открылись новые двери. Я думаю, что это не предел. Еще есть возможности, еще есть силы выигрывать дальше, прославлять наш омский регион. Для 18-летнего Дмитрия Киреева, выступающего в «Лайт-контакте», этот турнир стал возможностью провести матч-реванш, а также настоящим испытанием, поскольку спортсмен выступал сразу в 2 весовых категориях. Дмитрий сумел провести 10 поединков за день и завоевать 2 высших награды. Такой успех позволил ему выполнить норматив по программе мастера спорта международного класса. Да, мы очень долго готовились, как бы усердно, и настраивались, и только за целью ехали, чтобы занять первое место. И все сложилось так, что у меня в финале 69 килограмм. Я встретился со своим другом, можно сказать, которому проиграл на чемпионате России и стал третий, как бы тут я реабилитировался и выиграл в финале его, как бы у меня было радости очень много и в 2 категориях занял первое место и первый человек в России, который сделал такое, как бы приятно очень. С кубком и увесистой золотой медалью на шее домой вернулся и Нигмат Беназиров, поднявшийся на высшую ступень пьедестала в категории «Фулл контакт» с лоу-киком. Не с пустыми руками домой вернулись Таймас Абдуалинов, ставший вторым в том же разделе, и 9-кратный обладатель Кубка мира, 3-кратный чемпион мира Филипп Залугин, нынче замкнувший тройку призеров в разделе «Лайт-контакт». Победа важна, но я думаю, это только начало. Надо смотреть вперед и дальше работать, думаю, можно добиться всего. Стоит отметить, что успешные воспитанники 28-й спортивной школы намерены и дальше удерживать лидерские позиции, продолжать покорять новые вершины и сохранять и передавать богатые традиции кикбоксинга последующим поколениям бойцов, что они и делают уже сейчас. Чемпионы не только тренируются, но и преподают в своей родной школе.